Высший свет Дубая собрался на Дубай World Cup. После посещения конюшни Забилы Racing Stables, где воспитываются скакуны самого шейха Мухаммеда, и знакомства с отборными чемпионами, азарта только прибавилось. Как все знают, на World Cup гости приходят не только насладиться забегом, но и удивить высшее общество своими нарядами. Приз Longines Best Dressed Lady за лучший женский наряд получила Диана Ганиева, самый стильный фэшн-блогер русскоязычного Дубая. Борьба за главный приз в 10 миллионов долларов – это история настоящей темной лошадки. Будущему чемпиону по имени Ара Гейт не повезло на самом старте. Бедняга, казалось, безнадежно выбился из лидеров, однако во второй половине гонки случилось невероятное. Скакун стремительно сократил разрыв со своими соперниками и вырвался на первое место, принеся победу жокею Майку Смиту. Дорогие друзья, мы находимся на самых престижных, самых красивых скачках в мире. Dubai World Cup 2017. Сейчас за моей спиной потрясающий салют. Наслаждайтесь! Слово, мероприятие прошло на высшем уровне. Оно доставило массу впечатлений, и я уверена, что пропускать события такого размаха – это настоящее преступление.